Ориентировка на розыск была передана всем нарядам. Спустя час в Лазаревском районе инспекторы полка ДПС попытались задержать похожий автомобиль. Однако в ответ на требование полицейских остановиться водитель увеличил скорость. Спустя несколько сотен метров «Лада» выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик «Митсубиши». К счастью, никто не пострадал. В салоне похищенного автомобиля полицейские обнаружили двух пьяных молодых людей. Выяснилось, что 21-летние подозреваемые приехали в Сочи из соседнего региона, а ранее несудимые. На допросе они рассказали, что ночью возвращались с празднования дня рождения своего друга. Через службу заказа вызвали такси, однако так его и не дождались. На улице приятели обратили внимание на автомобиль «Лада Приора», владельца которого поблизости не наблюдалось. Парни завели машину и уехали. В итоге возбуждено уголовное дело. Угонщикам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.